бывший боец UFC, а ныне российского Fight Night, 37-летний бразилец Фабио Мальдонадо, признался, что он стал знаменитым в России после поединка с Федором Емельяненко. Цитирую слова Мальдонадо: «Да, после боя с Федором, я стал намного популярней. Мир стал меня узнавать. Я очень благодарен Федору за это. Мне не пришлось сгонять вес для боя. Я чувствовал себя очень хорошо и показал силу моего удара в финале. И потом, когда я второй раз прилетел на бой в Сибирь, я пробыл 3 дня в Москве и неожиданно попал на свадьбу. В отеле меня узнали, жених и невеста захотели, чтобы я с ними сфотографировался. Было очень здорово. Меня приняли как родственника. Мне было там очень весело». Слова Мальдонадо. Отметим, что следующий поединок Мальдонадо проведет 4 сентября на турнире Fight Night Global в российском Каспийске. Соперником бразильца станет россиянин Курбан Омаров.